Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы готовим итальянскую, даже не итальянскую, сицилийскую закуску к пиву. То есть родина этого блюда – Палермо, уличная еда. Там всегда ее любят. Вот. Я раз попробовал, мне тоже понравилось. Я хочу вам показать, как можно всего из двух ингредиентов сделать шикарную закуску к пиву. Итак, что нам понадобится? А понадобится всего два ингредиента. Вот такой вот бекон. Я взял две пачки на всякий случай. И вот такой вот лук. Все, больше ничего не надо. Сейчас я вам покажу, как из этого сделать классную закуску к пиву. Итак, что? Поехали! Итак, друзья мои, лук почистили мы. Бекон открыли. Есть два способа готовки, то есть можно готовить на угольном гриле, на улице, но мне сегодня что-то лень угли разэтывать, поэтому я буду готовить на электрическом. Мы берем вот так вот и заворачиваем наш лучок. Немножко под углом. Вот такой получается у нас красивенький лучок в беконе. Ну и так все остальные. Ну так, друзья, у нас получилось 6 таких веточек. Мы включили электрический гриль. Сейчас отправим туда нашу закуску. Так, друзья, мы отправляем на гриль нашу закусочку. Сицилийскую. Я вам скажу, даже такой вот гриль намного лучше, потому что он с двух сторон дает зажариваться. Мы закрываем крышку и жарим. О, какая красота! Вот такая сицилийская закусочка к пиву. Итак, что мы делаем теперь? Режем на вот такие вот кусочки. И отправляем вот сюда. Какая красота! Вот такая у нас красота получилась. Ну и, конечно, бокальчик пива. Закуска-то к пиву. Закуска к пиву, как же без пива? Взрывной вкус. Очень вкусно. Никогда не думал, что бекон с луком даст такую комбинацию. Поверьте мне, сделайте такую закуску, не пожалеете. Очень вкусно. Друзья, понравился рецепт,
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы увидимся в следующем видео. Пока!